Следующее решение для 32-битных систем. Все-таки еще выпускают обновления, вот Visual 2017 и качайте, которое для 86. 86 и 32 это одно и то же, поэтому скачиваем и устанавливаем. Если что-то не получится, то переходим в предыдущие версии и там пробуем ставить 2015 год либо 2013 год, но это для тех, у кого не получится, может быть, проканают эти версии. У некоторых запустилось с 2015 годом. Ну а на этом все, в принципе, все решения, которые были, я уже озвучил. Если есть что добавить, то пиши в комментариях. А на этом все, с вами был Стерн, спасибо за просмотр, пока.